Всем привет, друзья! С вами Клинт 8 и Милка, моя супруга. Хочу рассказать вам немножко о «Голой правде». Это фильм, на который мы только что сходили, посмотрели, и наши первые впечатления. Знаете, бывает, заходишь на стрим и думаешь первым делом, что бы сказать, как представиться, как начать рассказывать о теме, а все таки сидят, думают: «Клин, да блин, давай уже быстрее в бой, как, что ты там мелешь, о чем ты разговариваешь?» Но надо все-таки что-то сказать в первое вступление. Но оно, правда, бывает такое затяжное, да, длительное и зачастую никому не нужное. Вот так само и фильм «Голая правда». Ты 20 минут первые сидишь и думаешь: боже, что это, о чем это, когда это закончится и зачем мы пошли на этот фильм? Ну а после этого начинается самый экшен и экстрим. Вот такое мое впечатление, вот такое вот первые эмоции. Котика, что ты думаешь? Я с тобой полностью согласна. Сначала хочется развернуться и уйти, но потом сюжет разворачивается очень экстремально. И конец самый классный. О, да, конец вообще прикол. И также советую тем, кто пойдет смотреть, посмотреть после финальные дубли. Да, эти не сложившиеся дубли, они вообще шикарные. Да. И, кстати, да, мы вот сидели, смотрели. В общем, самая кульминация момента была, и я такой сижу и говорю ей: слушай, было бы прикольно, если бы он сделал сейчас вот так. Это тот самый момент вот в голливудских фильмах, знаете, когда главный герой сейчас должен победить главного злодея, ты говоришь: ну блин, а вдруг он сейчас промахнется, и фильм действительно станет классным, феноменальным. И действительно, тут так происходит впервые, я вам скажу, тут так происходит. Впервые я в кино это вижу, да, действительно, и это было феноменально, да, согласна? Согласна. так что, друзья, фильм «Голая правда». Хорошего просмотра. Советую всем, советую перетерпеть первые, там, сколько, минут 10-15, и после этого действительно классные впечатления. Приятного просмотра, удачки, ребята. Пока.